Здравствуйте, меня зовут Ангелина Григорьевна, я специалист нашего салона «На свободе», город Самара. Со мной... Богдан Игоревич. Галина Олимпьевна. Богдан Игоревич, скажите, пожалуйста, от чего вы избавились в нашем салоне? Что у вас не стало? Простуды не стало вообще, температуры не стало. Раньше у меня всегда был 37,2, а сейчас 36,6. Нормальная температура. Температура 37,2 просто была как постоянная температура. Да. А что врачи говорили? Ну, у нас хронический тонзиллит. Что хронический тонзиллит? Это горлышко, да? Постоянно оно воспалялось, было красненьким, и поэтому держалась температура. Правильно я поняла? Да. Правильно. Правильно. А мне бы хотелось спросить, Галина Олимпьевна, и от чего вы избавились в нашем салоне? Ну, я пришла, у меня остеохондроз был, очень болела нога. Я уже все прошла в больнице, все процедуры, ничего не помогало. Пришла сюда, и где-то я, может, через неделю уже почувствовала облегчение. Стала боль уходить, стала, а потом у меня... Боль стала уходить со спины или нет, с ноги? С ноги. С ноги стала. Я стала нормально ходить, без боли.